Say no more. I think you never understand. I have refused the sentiment all my life. Say no more. In my book there can be no blame. When you pretend I have no shame, you have right. Курсантка, яка виступала під номером 16, вона з Вірменії, її звати Армін. Я привітаю вас на українській землі, ваші впечатлення від виступлення. Ой, я вся віддалась, уставши, но щаслива. Публіка, во, все здорово. А какими качествами характера должен обладать конкурсант, который едет на Золотой Скиф? В первую очередь талантом, ну второй сила воли. Это обязательно. Это после таланта. А как тебе понравилась Украина? Очень понравилось. Мы здорово отдыхали, погуляли и порепетировали. Все мне очень понравилось. Первую премию конкурса «Золотой Скиф» получает также певица Армин, Армения. Подбираемся мы к вершинам конкурса молодых исполнителей популярной песни 4-го международного фестиваля «Золотой Скиф». И первую премию завоевала в этом конкурсе наша гостья из Армении, девушка, которая всех поразила красотой и силой своего голоса. Встречайте, Армин! Usherum pandrumem in yerke indim ker in yerke usherum karotne in sunker porsumem zesgerke Yeah.
Айтпай сөйлеші. Армин. Спасибо.